Где скачать Standoff 2 со всеми скинами? Как в Standoff 2 получить много голды? Где купить аккаунт Standoff 2 с крутыми скинами с большим количеством голды? Где купить топовый аккаунт Standoff 2? Как в Standoff 2 получить Керамбит Голд? Как в Standoff 2 получить бесплатные скины? Как в Standoff 2 бесплатно получить кейс? Как получить голду в Standoff 2? Как получить нож в Standoff 2? Эти и многие другие вопросы на эту тему. Сегодня я дам ответы на все из них в этом ролике. Как же классно играть с крутыми скинами. Чувствую, тебе тоже хочется этого, если зашел на это видео. И, дорогой мой друг, пожалуйста, поставь лайк, как сегодня я покажу нечто, где ты сможешь приобрести голду супер дешево, а также аккаунты Standoff 2. Охренительные крутые аккаунты Standoff 2. А вот, друзья мои, и этот сайт, на котором вы сможете приобрести аккаунты Standoff 2, а также голду. Вот так выглядит главная страница, ребят. Ссылка есть, естественно, в описании. Обязательно переходите по ней. И вот тут, кстати, есть и другие игры, но нам интересует, конечно же, Standoff 2. Переходим в Standoff 2. Итак, друзья мои, вот и страница Standoff 2 на этом сайте. Здесь вы сможете приобрести голду, причем намного дешевле. Допустим, 3000 голды вы можете приобрести за 500 рублей, ребят, камон, 500 рублей за 3000 голды, когда в игре она стоит почти 2000, ну, короче, 2000 она стоит голды, потому что здесь мы тоже округлили, и, соответственно, там мы тоже округляем почти 2000 рублей, то есть разница в 1500, разница в 4 раза, поэтому, ребята, камон. Изи, ребята, изи можно таким вот образом сэкономить. Причем этот, вот именно этот вариант больше всего нравится пользователям, судя по звездам. Также здесь, ребят, есть рейтинги звезд. Например, 500 голды вы сможете приобрести здесь за 200 рублей. То есть здесь вы как бы не супер много сэкономите, но тем не менее тоже как бы сэкономите. Здесь как бы 3 звезды, то есть пользователи типа окей, но все-таки. Допустим, 1000 голды уже за 299 рублей. Уже рейтинг 4 звезды. 2000 голды за 399 рублей уже, ну, тоже как бы получше, тоже 4 звезды. И, конечно, самое топовое предложение — это 3000 голды за 500 рублей, за 499 рублей даже быть, если точным. Нажимаем купить, ребят, естественно, нажимаем купить. Так, и как здесь все это работает? Давайте тоже объясню. Значит, голда 3000, активация по промокоду в App Store, либо Play Market. Данные от аккаунта, ребят, тоже не нужны, то есть здесь вас никто не разводит в этом плане. После покупки ваш товар будет доставлен в личный кабинет. Конечно же, вам нужно будет зарегистрироваться на этом сайте. Регистрация здесь достаточно простая, можно, допустим, через ВК зарегистрироваться. В общем, никаких проблем не будет. Товар от реального продавца, гарантия работоспособности, мгновенная доставка в кабинет, полная техподдержка. Если у вас есть, возникают какие-то вопросы, то, ребят, конечно же, пишите в техподдержку, если что-то не так, то они там вам все объяснят и разъяснят. Вот, в принципе, здесь вы можете написать в техподдержку, и вам здесь все как бы объяснят, пояснят. Также здесь, естественно, есть отзывы, как здесь люди покупают. Купил акк за 149 рублей, пришли логин и пароль. От Gmail ввел, все зашел, все работает. Ребята, как бы вот куча всяких отзывов. На самом деле здесь вот реальные люди, кто играет в Standoff 2. И вот, на самом деле, достаточно интересный вопрос, в том числе для меня был, как активировать промокод на голду и гемы. Также, ребят, между прочим, вы можете активировать промокод на голду и гемы как на Android, то есть в Play Market, также и на iOS устройств типа iPhone, iPad и тому подобное, что на iOS все есть. Необходимо зайти, соответственно, в магазин Play Market либо App Store, так что, ребят, имейте в виду, откройте меню приложений и выберите пункт «Активировать промокод». Введите промокод и нажмите кнопку «Использовать бонус», после чего зайдите в игру, баланс голды гемов будет пополнен. Ребят, вот таким вот образом работает, все достаточно просто. А вот, друзья, и этот обалденный, просто обалденнейший аккаунт за 899 рублей. А также здесь оценка ему дают пользователи, сами пользователи дают ему 5 звезд. Голды здесь 5348, кредиты 3, ножи, ребят, куча здесь просто ножей есть, редкие скины. Давайте вообще посмотрим, как бы здесь есть также скриншоты. Вот как выглядит этот аккаунт, да просто обалденно, как он выглядит, просто с ума сойти, ребят. Я, честно говоря, сам что-то тоже захотел его. Я уверен, что вы точно найдете для себя подходящий аккаунт, подходящую покупку. Может быть, вам просто хочется голды купить дешевле, с хорошей скидкой, то здесь тоже в магазине это вы можете приобрести. Также, друзья, давайте полистаем просто на этом сайте чуть ниже. Также здесь вы вот можете увидеть кучу различных аккаунтов. Лучшие кейсы по игре Standoff 2.
Также можно выбрать, соответственно, фильтр, популярность по убыванию. Ну, короче, давайте все посмотрим. Допустим, вот есть такой вот аккаунт. Голда 1115, нож 1, редкие скины 6. Нож один, везде нож один. Вот, допустим, уже два ножа, ребята. Если вы прям любите ножи, то вот, пожалуйста, два ножа, причем даже дешевле, 149 рублей. В общем, надо искать, ребят. Допустим, тоже два ножа, редкие скины. В общем, можете много чего здесь интересного найти. Куча различных вариантов, различных аккаунтов. На самом деле, мне хочется посмотреть самый топовый аккаунт. Давайте прям самый топовый аккаунт посмотрим. Вот, друзья мои, цена по убыванию. Вот самый топовый аккаунт. Здесь 6 ножей, ребята, 6 ножей, 5348 голды, редкие скины 12 и 899 рублей, ребят, всего лишь 899 рублей. Также есть аккаунт подешевле, за 699 рублей. Здесь голды немного, всего лишь 8, но зато же есть 6 ножей и 15 редких скинов. Даже больше, чем у того, между прочим, редких скинов. Вот, допустим, за 499 рублей аккаунт 18, он так называется здесь. Голда 63, ножи 2, редких скины 8. Ребят, здесь куча всяких ништяков. Давайте, на самом деле, еще посмотрим, допустим, вот этот. Давайте лучше вот этот посмотрим, он вроде прикольнее выглядит. Хочу посмотреть этот аккаунт. Нажимаем, ребят, отлично, все прошли. Так, теперь посмотрим, что здесь есть. Здесь есть, опять же, скриншот из этого аккаунта. Вот, пожалуйста, вот, конечно же, наличие керамбит, драгон глаз. В общем, круто, ребят, согласитесь. Очень даже круто. Так, что здесь по поводу покупки, как здесь все работает? В принципе, ребят, нажимаете тоже купить кнопку. Далее вы вводите то же самое, как и при покупке голды на этом сайте. Ваш email, количество, то есть можете, в принципе, даже не одну такую единицу, не один аккаунт только купить. Соглашаясь с правилами, оплатить и играть, собственно, дальше вам придет на ваш email данные от аккаунта, вы заходите, играете и кайфуете. Ну вот на этом мы будем заканчивать, ребят. Спасибо, что посмотрели ролик. Надеюсь, вам понравился этот сервис. В общем, пишите в комментариях. Также переходите по ссылке в описании. Скиньте этот ролик своим друзьям, чтобы они тоже посмотрели этот сервис. А с вами был Максим Шубин. Канал «Это реально интересно». Ставьте лайки, пишите комментариев как можно больше. Всем удачи, всем пока!